Годами много пил, потом болел, умер из-за цирроза. Мне 34, я младший из трех сыновей. Никого из нас нет своих детей. Читаю ежедневно Чигимо, Кисты Плова, Манджу Шри и мантры избавления от негатива и привлечения благополучия. Я где-то здесь писал, вот, сейчас. Если у вас нет детей в семье, если у мужчины нет, то мужчина внутренне не ощущает своей значимости в жизни. Ему нужно работать над своим эгоизмом. Если у женщины нет детей, то женщина не ощущает своего расцвета и цветения, молодости, цветения красоты, цветения женственности, цветения гормонального, там еще какого-то. Для женщины очень важно не худеть и не гнобить себя, и говорить себе часто: а я еще нравлюсь, а я еще нужна, а я еще нужна мужчинам, а я нужна этому миру, вот какая красивая, и вот это у меня хорошо, и это у меня хорошо. Точно так же у мужчины, только в другом формате. Я все равно мудрый, я все равно сильный, у меня все равно очень много знаний, мои года, мое богатство. То есть вот подчеркивает в себе вот такой элемент эгоизма. Как ни странно, оба этих элемента, они являются первопричинами того, что у человека не появляются дети. У мужчины это полное разочарование в своей значимости в этом мире. Для женщины это полное разочарование в своем цветении, в своем соку. Я никому не нужна. Кому я нужна такая толстая? Та, зачем это нужно? Там надо еще больше похудеть. Ну и это такие вечные комплексы. С кармой это не связано. А то, что пил отец, ну, тогда все пили, и сейчас все пьют.